Сегодня день чудесный, день волшебный, потому что мы с вами собрались вместе на открытии такого волшебного магазина. Это даже не магазин, правильно, это целый мир, в котором есть все. Потому что это детская территория радости, куда можно зайти, превратиться в принцессу или в принца, купить что-то интересного, даже не купить, приобрести себе друга. Это лошадка, держи. Или какую-нибудь интересную игру, и даже просто вместе пообщаться. Вы рады, что вы сегодня здесь собрались? Да. Замечательно. Давайте тогда друг другу улыбнемся. Молодцы, я вам открываю. Ух ты, какой у тебя друг. Ой, я так рада, когда вы мне показываете всякие свои богатства. Это жирафа, очень красивая. Открываю вам тайну. Мы с вами сейчас все вместе отправимся на волшебный сказочный остров. Ничего, ее надо покормить по наружке, она будет скакать. Я тебя научу. Кто же у нас будет главным капитаном, чтобы отправиться на волшебный остров? Давайте так, чтобы никому не было обидно, я буду считать, что ты говоришь. Вот у меня есть волшебный бубон, один бедный, один бедный. Бежала сама, вот забрался туда, сидит и выпендривается. И все время командует. Но сейчас он говорит хорошую, правильную вещь. Говорит, посчитай их. И кто будет в считалке первый, тот и будет в этом конкурсе капитан. Договорились? Возьмите все, пожалуйста, за ручки, чтобы у вас был дружный кружок вместе с жирафами и лошадками. Считаемся. Сидел петух на лавочке, считал свои козявочки. Раз, два, три, а козявкой будешь ты. Как тебя зовут? Вероника, а меня зовут Жужа. Знаешь, как с клоунами знакомятся? За мизинчик, давай мизинчик. Привет! В этом конкурсе главное у нас будет Вероника. И для того, чтобы туда отправиться, нам нужно всем превратиться. Вероника одевает волшебные волосы. Это же волшебный остров. Нам нужно всем превратиться. Всех мы начинаем превращать. Давай. И... И вот ты. А вы хлопайте своим любимым мамой, папой. Ура! Какие они смелые. А теперь сильные. Мама. Ура! Посмотри. Классно. А теперь красные. Хлопайте. Это надо быть смелым, чтобы одевать их красные волосы. Давай. Хлопаем. Молодцы. Внимание, внимание, наша капитанша Вероника становится вот сюда, а вы все, друзья, становитесь за Вероникой, паровозиком. Паровозик, паровозик становится за Вероникой. Молодцы, молодцы. Ничего, ничего, не волнуйся, она сейчас придет. Это как шапочка, она гуляет по своей дороге. Где ей хочется, там и гуляет. Ты же знаешь, только она знает волшебный путь к самым хорошим вещам на свете. Итак, друзья, мы сейчас с вами ползем на волшебный остров. А, надо подержать, поснимай. Держи руку сюда. Похлопайте нашей Веронике и всей команде.
Ника, мы ползем, давайте. Нам надо проползти несколько раз, пока мы будемся на волшебном острове. Давай, Папа, давай.